Ты даже не представляешь, как твоя самокритичность влияет на твое подсознание. Оно как процессор в компьютере, обрабатывает каждую твою негативную мысль и создает программы и привычки, которые в дальнейшем влияют на всю твою жизнь, в которых ты как в замкнутом круге проживаешь одни и те же негативные эмоции. А это твоя боль, которую ты чувствуешь и думаешь, что тебе ее причиняют другие. Твое разъедающее чувство вины твое подсознание пытается постоянно нейтрализовать. И как это происходит? Конечно же, наказанием себя за это чувство вины. Это происходит в виде разрушения твоих отношений, слива финансов, здоровья. А в простонародье это называется кармой. И 21 день живя с этим, у тебя формируется привычка. Через 6 месяцев это становится твоей чертой характера. И вот так по твоим чертам характера формируется твоя судьба. И чем раньше ты начнешь задумываться над этим, тем больше у тебя останется времени прожить свою жизнь так, как ты ее, скорее всего, еще и не жила.